занялся тем, что оказалось мне по душе и полностью гармонично как бы слилось со мной. Я чувствую себя как рыба в воде просто в этом виде искусства. Я обучался в институте, на дизайнера учился. Вот. И на третьем курсе я разрабатывал фирменный стиль. Мой фирменный стиль, он должен был основываться на народном орнаменте. Мне посчастливилось познакомиться с Мамутом Чурловым. Затем я уже познакомился с Рустемом Скибином. Вот он меня приглашал к себе в мастерскую. Там я увидел все, чем он занимается. Очень понравилось.